«Наше жилье – это ворота в город». Так отзываются люди о своем доме по адресу Маковского, 10. Его построили в городе Одинцово в 1985 году. Тема капитального ремонта стала актуальной здесь только 9 лет назад. Строители установили 12 новых лифтов, отремонтировали подъезд и утеплили фасад. Дом снова новый. За такие ворота в город не стыдно. Во-первых, у нас были проблемы со швами, у нас подтекали швы, в холодные дни продувалось это все. Сейчас эта проблема решена, эстетически, конечно, замечательно, но и функционально. Стало теплее, угловые квартиры, вот мне в нашем подъезде конкретно люди жаловались на то, что вот им там дует какие-то трещины. Сейчас этого нет, люди все вроде как довольны, уже не такой холод в квартирах, вот, особенно зимой. Так что жалоб нет, и я так считаю, что люди довольны. Многоквартирный дом отремонтировали в рамках программы капитального ремонта. Это самый масштабный проект на территории России. Только в 2022 году в Московской области привели в порядок 3849 домов. Свои жилищные условия улучшили порядка 500 тысяч семей. Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из своей квартиры, состояние подъезда и лестничной площадки, лифта. Неважно, какого года дом, он должен быть комфортным, безопасным и чистым. В 2023 году мы планируем капитально отремонтировать 1100 таких домов. Строители ведут работы масштабно. Только представьте, до конца года заменят 450 лифтов, а в 779 домах улучшат газовые системы. Также рабочие укрепят фундамент и приведут в порядок места для колясок. Подрядчик обычно укладывается в сроки. Сотрудники компании трудятся быстро и качественно. Все зависит от количества этажей в подъезде. Если такой большой подъезд, ну, примерно где-то у нас месяц уходит на него полностью сделать. Вот. Ну, на маленький, соответственно, там от 2 недель. Ну, здесь все зависит еще от состояния подъезда изначально. То есть, если там работы по замене плитки, то есть они, ну, больше затягивают. Программа капитального ремонта в Московской области рассчитана на 35 лет. За это время отремонтируют рекордное количество жилых зданий. Цифра 44 118 домов звучит фантастически, но это реальность, в которой населению Подмосковья станет жить еще комфортнее. Алтынай Урумбаева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».